В этом году в Твери отметят День города в новом формате. Акцент будет сделан на интернет-пространство. Именно там пройдут основные мероприятия. Напомним, Тверь отметит 885 лет со дня первого упоминания в летописи. 19 июля на специальном сайте Дня города, День города 2020.тверь.кул с 12 часов будут проходить онлайн-трансляции. Мастер-классы, концерты, поздравления. При этом портал уже начал работу, и на нем размещены конкурсы и предварительная программа. Для того, чтобы быть не только зрителями Дня города, но и участниками, я приглашаю уже сейчас посетить портал и принять участие в различных мероприятиях. Давайте вместе поздравим наш город и вместе отметим день рождения.